Da, Oleg, înregistrăm. Ziceai că ai nu știu ce mesaj important de spus la Да, oameni. конечно, да. Всем привет. Меня зовут Олег Адриан. Я хочу сказать вам, что я находился и нахожусь до сих пор в группе помощи Кишинев, бывшая называлась онлайн Молдова. Не исключено, что в других группах такая же ситуация бывает. В общем, в начале февраля попросился один парень, написал, что он без семьи, что он просит, чтобы ему предоставили работу. Гонса Лилиан, вот выложишь его фотографию, Олег, пожалуйста, на Да, я видео. это арет профилу Луи де Фейсбук. Да, значит, он написал, что у него такая проблема. Я когда ему начали писать люди, что начали писать ему дочь Лукряза, иди работай, ищи стаи, начали ему назначать работу, будь на автомойка, иди на автомойку. Кто-то ему предложил дом в какой-то деревне, Чневау, пропуск касса, пипамент, диван, трумсат. Я когда посмотрел внимательно, ну, естественно, я как человек, который прожил эту жизнь, который знает, что такое жить на улице, и, естественно, я осудил людей, которые предлагали ему идти работать. Куда человек пойдет работать, если он не имеет ни дома, ничего, ему нужно стираться, ему нужно мыться, ему нужно представиться перед работниками, чтобы его приняли на работу. Вот, и я, в общем, написал ему, что люди этого не понимают, если не прошел ты через эту трудность, не соображаешь. Я говорю, в основном сейчас люди боятся принимать. Кто-то начал писать, что это лохотрон, чиневаускрис дукала лукра он за скумпати боет ущала с дукала лукра, так и ел, требусы спала, требусы мрак, требусы с резинты ла персона, он из ангажаза ла лукру, нас фил, путуросши, кабоскитару, штыни. Шестояны. И я написал, что до 1 апреля я его в состоянии принять к себе домой, но только до 1 апреля, в связи с тем, что а люди не принимают, что сейчас каждый боится за свое имущество, но я богатства в доме никогда не имел, ничего не имел, поэтому я и не боялся принять человека. Ну, у меня был компьютер, телефон, вот. Ну и, в общем-то, я у нас вот Мари богатые на паде компьютер с телефоном, вот остат богатые, ну примать мем сал принес касса, что я мне скопил ланты апреля принес. Ну он ко мне приходит домой в первый день, ну естественно мы с соседом поехали забирать его оттуда. Он сказал, что он на Миорице находится, где-то там, где Фидеска. Я попросил соседа, мы поехали, но ну, не вдусла Фидеска лателичен, туковичину. Лавлуа Пиденсу. Но я вначале сказал ему, Сережа, посмотри внимательно, чтобы не был подозрительный тип, чтобы, ну знаешь, как я один, я не зрячий, ну, мало ли что может быть. И тут почти шанс, что Сережа суетик, атент, так и посибился, принес, так ну и фарти подозрительный кумулем бароном. Суспект. Да, так ну и суспект, типа ждиста. Și eu sunt dat de parcă nu arată că tare este. Nu, eu leacă e hâtru la față, o zis că cam așa, o leacă, așa, știi cum, caroci, nu Шмекер. tare suspect, dar așa, o leacă se vede că are ceva. Так мне выразилось. Как бы он сказал, что ну, он хитроватый такой на лицо, видно, что что-то такое-то есть, но не сказать, что прям дурной настолько, что это вот. Ну, в общем, я его пригласил. Он уселся у меня на стуле, естественно, как первый раз. Мы же вначале ведем переговоры, и я ему объясняю правила, что вот надо пойти покупаться, надо пойти сдать его вещи на стирку, надо ему переодеться, потому что в комнате у меня невозможно ходить в вещах, которые входишь в городе. Вот, я на мулитке требовал сдука скалдыши, сарунг, хани, лечилила машинка, где спала. Ши сымбра канал тиханинка или пикас, аша регула ламин. Там ламуритка, где он не ел ещи вадь, пил до пахар, трепсу пуй тот лало, как ола бюни сулуаде, так и морок, к его дак ну вэц, ну, стоянно с нукау пиденсу. Чтобы все, что брал, стаканы, ложки, чтобы ставил их на место, что так как я не вижу, чтобы у него это вот, чтобы оно было на месте, потому что я не зрячий, мне должно все находиться на месте, чтобы я всегда находил. Вроде бы он все понял. Но тут через 5 минут говорит, сейчас к нам придет одна женщина. Он вспомнил, не, а муж Винео Фимея. А я так выпучил, смотрю, говорю, какая Фимея? Я удивился, говорю, что за Фимея?
Одна женщина, она принесет нам кушать. А я только выпятился, говорю, зачем мне кушать? Это какой-то женщина, которую я вообще не знаю. У нее с ее сыштю фемия астома, матагала астоль, у нее сыштю. А шаша я с инвиз не адук я мангаль, у нее сыштю не схват я мангаль, платит постоянно. Он говорит, не бойся, она неплохая, она хорошая, она тебе понравится. Говорю, не надо, чтобы она мне нравилась. Я говорю, мне она в доме не нужна. Ну, требуй, не сын, плакай, мне хватает тебя. Я говорю, что за наглость вообще? Я говорю, что ты приходишь в чужой дом и сразу же в первый же день приглашаешь женщину какую-то непонятную, подозрительную для меня. Вот сопой фотографии для меня. Олежка, опой. Пон. Вот. Вот эта фотография. Он назвал ее Михаела. Агаев. Он сказал, ну тогда я сам выйду, ну выходи. Смотрю, с 8 вечера до 4-5 утра его нету. Думаю, что он? А он мне сказал, что у него бабушка, у нее бабушка умерла. А потом оказалось, что это неправда. Говорю, слушай, говорю, зачем ты меня обманываешь, что бабушка у нее умерла? Он же сказал, что у него тоже бабушка умерла. А тут и у нее умерла бабушка. Шладынса умрет бабушка. Шладынса умрет бабушка. От Михаила, потом через 3 дня все-таки она пришла ко мне в дом, сказал, что нету, никакой бабушки не умерла, в общем-то. И я начал замечать, что у меня стали пропадать деньги. У меня денег никогда много дома нету, потому что их и не бывает. Потому что я обычно, когда пою, я иду покупать, если что надо, и остается у меня там штук 30-20 леев. Вот, не штука, как-то леев, да, по 50 леев может остаться. Рамынчин, знаешь, трезечки, ну, к ел келду едат, кэнт ел маду кумпр, чечен требу, ну, мажок ел кубани. Ну, вот. Я начал замечать, что у меня пропадает деньги. Но я не мог его обвинить, потому что я не мог понять, так ли это. Ну, он цележемнил. Второй день, третий день, четвертый день, пятый день. И потом вдруг он мне говорит, я нашел человека, попросил его, значит, чтобы он ему оформил на работу его, договорился, оформлезе валукрупиденс, есть у меня хороший человек. В общем, его отправили туда, ему хотели приоритетную очередь выделить, чтобы он пошел на работу. Но он мне сказал, что ему не нравится эта работа, что он нашел работу какой-то футболистов, которые сидишь и за этими следишь за футболом и типа что как бы ну как объяснить и комментируешь и все вот это вся работа и он говорит мне нужен твой компьютер я говорю а зачем тебе мой компьютер я говорю а он мне говорит ну у меня же нет компьютера он говорит я говорю да нету я говорю он говорит вот мне нужно закачать в него это приложение которые позволят мне работать с этой компанией, иначе я не смогу работать. И это будет около 300-400 евро в месяц, как бы. Ну, я обрадовался за него, я думаю, может быть, первый месяц он получит какие-то деньги и снимет себе общежитие, как нормальный человек, все. И тем более, что если это группа помощи, я не думал, что я столкнусь с мошенником или с аферистом, или с бандитом каким-то. Ну, мама говорит, я не заскалую компьютер, требую, синтализи, нечти программа, дефолт был, так и нас синтализи, а нас платил лукра. Всем дать, и он говорит, когда групп дяжу тор ел экзист, а пать с мамой еще няска. Он ушел с этим компьютером. Потом он вечером ко мне приходит, без компьютера. Говорю, а где же мой компьютер? Я говорю, Андрей, давно не компьютер у меня. Он говорит, ну, он придет, короче, в 6-7 вечера, туда-сюда. Вот, и говорит, дай мне твой телефон. Я говорю, а зачем тебе мой телефон? А он говорит, мне надо поговорить. Я говорю, с кем? Он говорит, с дядей, у меня просто вайбера нет. А у него на самом деле телефон был хороший. Я не знаю, почему он говорил, что у него вайбера нету. У него телефон хороший, нормальный, там можно было и WhatsApp установить, и вайбер. Но теперь я понимаю, что он меня обманывал. А ку моем он слез к ее мамишне. А там, когда ему на работе, когда в группе помощи писали, что вот позвони туда-сюда, он начал писать, что у меня плохой телефон, что нету WhatsApp. А вот, и значит, короче говоря, я говорю, даю ему телефон, но потом я что-то забоялся, говорю, нет, отдай мой телефон назад. Он мне говорит, нет, ну вот смотри, я позвоню вот Унки Мяу, как он свисту на советском Мишнес. И я слушаю, он разговаривает с человеком, человек вообще не понимает, о чем он говорит, потому что это же не было сговорчивый разговор, как бы видно было, что человек сам не ожидал этого звонка.
Я не знаю, почему он выпросил меня, сказал, сейчас я подойду. И он ушел с этим телефоном и больше не пришел. Вывод какой из этого всего? В этой группе находится банда людей, ну, группаста, есть и банда, ну, номан группаста, ну, альчи группа держит банда, которая разводит вот таких людей, как я. Одиноких. Но он думает, что я одинокий. Лок резутка его с одиноким. Но я же не одинокий. У меня есть полно друзей, которые меня не оставят, и надо будет меня всегда защищать. Но он же не понимает этого. И он ясно. Вот. И значит, они разводят таким образом людей. После чего я нашел карточку какой-то Марии, какой-то женщины. Видать, тоже на эту карточку, видать, и они собирали. Я ее выкинул в мусор, потому что я пригласил, вот. Потом нашел какие-то номера телефонов каких-то людей непонятных. А до этого он мне еще морочил голову про какого-то Кармела. Говорил мне, что вот у меня есть парень один, Корнел, друг, 18 лет ему. Он мне дал свои паспортные данные, что ему нужно взять телефон. А я говорю, а я при чем здесь? А он мне говорит, что как бы, ну, как бы я должен сказать, когда будут звонить со Smart MD, он на Тигина 55 брал телефон, что я его дядя. Я говорю, слушай, говорю, а почему меня Корнел сам не просит? Почему ты должен меня заставлять это делать? А он мне говорит, ну, видишь, если человек мне дал свои данные, то значит уже все, то значит и он мне доверяет. И я вступила, сказал, что да, я его дядя, типа, и ему дали тот телефон. Тот телефон побыл всего лишь 4 часа, и потом он ушел к Михаилу. Больше после этой Михаила телефона у него никогда и не было. К чему говорю? Что это они работают в общей организации, которая позволяет разводить таких людей. Я просто хотел предупредить всех, кто видит этих людей. Внимательно посмотрите, но вот если вы увидите на его фейсбуке, вообще доступа к его информации никакой нету. И тот телефон, который у него стоит, у него куча таких телефонов. И куча таких жертв вполне возможно. И та же Мария, и тот же Корнел. Я могу еще больше сказать про них, но не буду говорить. Пусть занимается этим полиция, пусть занимается этим МВД, если они заинтересованы. Это вот. Я знаю, что от этих людей многие пострадали, но пусть и те, кто пострадал, тоже пишут свои заявления, дают информацию и так далее. Dar am auzit Вот. că un tânăr cu dizabilități de la Orhei recent a rămas fără toți banii de pe card pe care i-a adunat ca să-și facă operații și el are dizabilități locomotorii, a vrut să meargă, să poată merge, aduna bani, făcea campanii și l-a păcălit, i-a cerut datele de card, tot așa i-a spus, hai zic, ești vărul, nepotul, nu știu ce, și a rămas fără bani. Și acum se ocupă de ei poliția. Nu știu dacă tot ăștia, nu știu dacă tot ăștia se scroci, dar... Și nu știu dacă ei stamani escroce, eu nu știu dacă îți Я тебе confirmă ceea говорю, ce что spui эти tu. люди сидят в группе помощи, и Шеттен Dar друг cum se ее numește спас. групп cela? Группа помощи, așa se numește? Группа помощи Кишинев. А раньше Facebook. она называлась онлайн Молдова. Facebook, Понимаешь? да? Да. Моя задача не обосрать эту группу, потому что я в ней тоже нахожусь. Моя задача предупредить в группе, что в действительности есть люди, которые занимаются аферой. И я, как говорил, там у меня есть на Фейсбуке советы группам помощи. Я там сказал, что любая группа помощи должна иметь своего адвоката, администратора, и любая помощь должна делаться организовано только с помощью администратора. А мы что участники делаем? Мы делаем сами по себе. Мы с администратором даже не считаемся. Этот администратор только создал группу и все. Понимаешь? Я написал в группу помощи администратору, попросил, чтобы мне позвонили, чтобы рассказать эту историю им, чтобы посоветоваться. Но я ответа от них не получил. Но ввиду того, что я не зрячий, я же не знаю, кто у них там администратор. Сейчас я пошлю это видео туда. Вот, и по крайней мере я сумею предупредить. Корнел у этого парня зовут 18 лет, а в феврале, вот где-то в начале февраля, смотрел, там какой-то парень пропал полностью с какого-то южных регионов. Мне даже было интересно, как зовут его. Ну вот, если что, на Корнела в 18 лет был взят какой-то телефон, Xiaomi.
Вот такие дела. Все, что я могу сказать касательно правоохранительных органов, как они работают, я не хочу говорить, это сюрприз для этой группочки, для этой мошеннической организации. Пусть для них это будет сюрприз, как работает наша группа правоохранительных органов. Да, pentru grupă asta care cu organizația Excrocere sau cum tu o numești pe dânșe, lasă să fie surpriză. Eu nu vreau să spun ce face acum în VD sau așa mai departe, da? Dar Cu nu-i alții vor... exclus, Oleg, că poliția e implicată în astfel de scheme de escrocherie. Я не хочу тебе говорить эту вещь, но Poliția vreau să noastră spun. se comportă cel mai des ca o mafie cu epoleți, care apără și mafia drogurilor, și mafia armelor ilegale, și... Я могу единственное, что сказать, что у меня в доме я нашел столько вещей, которые подтверждают, что не только я один из тех людей, которые... Он сидел у меня дома, я разговариваю по телефону, он у меня лазит в моем рюкзаке, у меня вот эти копейки люди кидают, полею по два, по пять, вот эти железные, знаешь. Я обычно их собираю себе и не успел собрать баночку. Я смотрю, что он считает эти копейки, но я не мог понять, что он делает. Я узнал, что он платит копейки, да он зачем щел платит. И все время он меня спрашивал, да у не ту кинца, у не и кинта да золек. Где ты сегодня пел? Унди ас, мы не и кинта, ас кинс, унди аста. И у меня вышло подозрение, как будто он еще и со своей этой организацией пытается следить за мной, где я пою и так далее. Мои дорогие, меня тяжело найти. Я скользкий, как рыба. Я сын там пешки, шину макаву так дежаба. Вот. И еще я могу сказать одно, что не переживайте. Господь все видит, и Он вас поставит всех на место. От зла никто никогда не имел добра. Дело раутати не минову бунатати. Поэтому вот такие расклады. Deci ai Все, что rămas я пока deocamdată понял. fără telefon și fără computer și fără încredere în faptele bune. Deci nu știu dacă ai să mai salvezi pe Nu. cineva din grupa pomoștii. Nu, eu sunt în grupa pomoși, ajutor, eu nicio protiv nici nimeni, eu naблюдаю за ихними объявлениями. Там действительно есть ребята, которые, ну, там могут что-то спросить, могут что-то попросить. Там вот четыре ребеночка, деточки есть, которые вот им надо помочь. Я как сын карику патру купишь, вчера же тот продуси, химия. Сын такого карикор симпла, да, он трибер. Но дело в том, что если они попадут на этих же негодяев, как попал я на них, то они могут им навредить. Да. Мне неизвестно, чем эта банда занимается, организация. Они могут и убить тебя, они могут и изнасиловать тебя, и все что угодно. Мы же не знаем, чем занимаются они, эти люди. И он после к часоку попадался, и платит тебе лезет, платит тебе ущиды, платит тебе гыту и спонзоры. Я не знаю, на что они там гораздо. Я знаю, что у сатаны большая лапа, но Бог есть Бог, и он никому не допускает, если ты ему служишь. Я качам еву, я карма мя. А бойтесь ее, потому что я... Oleg, arată mai în stânga ta, că nu se vede, tu stai în marginea cadrului. Oh, Mai cruci, întâi wow, așa. ce cruci mare ai! Я Ужасно! молюсь за Михаилу и за Лилиану. Харе Хорошо. Марок, я Бо. Марок за то, чтобы Бог делал так, чтобы они сколько бы зла хотели бы делать людям, чтобы у них не получалось это. Mă Но tem мы că рок ei я nu сам бы suntem акуру nici de утачил. Dumnezeu, nici de pedeapsă legală, dar sper să fie o lecție pentru ei și dacă e adevărat ce spui tu, să suporte consecințele, să suporte pedeapsa Нет, conform legii. и педиатр САУ, и легалы, и ТЭР, ну, теперь. За это ты не переживай. Ты не думаешь, что я сплю или я уснул. Это уже все ясно заранее. Хорошо, ценим Просто это легătura. сюрприз для них, а это и сюрприз для меня. Да, Вот, clipul но... ăsta s-ar putea să fie surpriză că e demascat, dar nu le știi numele real, ceea ce afișează ei pe Facebook, în Ну, mod sigur nu e да, numele real. его фамилия Гонца, имя Лилиан, знаю от него, что он сидевший.
Уже я узнал в конце, что он сидел, La то închiso... ли... Adică au fost deținut, au stat la închisoare. Я это понял от него в последние часы перед тем, как он это вот, вот. Но я не совсем понял, за что он сидел. То ли за кражу, то ли за убийство. Я не понял, за что он сидел там. Потому что это все так быстро было. Я понимал, что меня обворовывает на глазах. И я ему все давал, потому что он говорил, что дай мне, я ему давал. Я никогда не сталкивался с такой мошенничеством, с таким планом. В плане его нам же татка с ним фур один фаца мягкий один уоки мини, да? Шел, а мы зря сказали, что за тем пошкали, да, нам он зря сделал. Сейчас вот офурат, а уши спичнива. Ну что, драку стал еешь, куй служешь, тела за дукладенство. Но фишка в том, что другие люди могут пострадать. Алцу вами пать супер. И мое задание сейчас обезопасить людей этими людьми. Бойтесь этих людей, общаться с ними, бойтесь. Посмотрите, если они у вас в друзьях есть, удалите их, это у людей очень хорошие. Кстати, я когда давал на экспертизу фотографию этой Михаэлы, то мне даже сказали, что, возможно, она похожа на сатанистку, узыскай сатанистка, дядя Михаэла. Учили мбари лунга, а? Учили мбаса генедематурат по дяо. Вот. Но фишка в том, что мое задание обезопасить. Я много думал, прежде чем решиться на это, чтобы не спугнуть их. Но я не все сказал для того, чтобы их полностью спугнуть. Нам за сто только с перекутету. Это такая информация для них будет нормальная. Они ее смогут перенести. Даже, возможно, это будет хуже, чем если бы подали на них в полицию, потому что уже люди будут знать, с кем они имеют дело. Ну, очка со сошти, кущиня сау дифурка и. А дика, уа, меня сошти уж и на спад фача шачева. Но добро нужно делать, бо на так стребусу фачем. Но единственное, что надо, вот видишь, как мы должны прислушаться к администрации группы. Мы должны, администратор должен взять, допустим, он написал, что у него нету дома, значит, 5-6 человек из этой группы ответственные должны пойти посмотреть на него вначале, потом посмотреть дом, сделать протокол, в котором будет зафиксировано и участковый, который бы мог зафиксировать, что такой-то такой человек с таким-то, таким-то фамилией находится по такому-то, такому-то адресу, проживает столько-то, столько-то времени. И тогда люди побоятся что-либо делать. А так, конечно, в группе помощи часто пишут, вот женщина с ребенком пришла, ей дали квартиру, она ушла вместе с тем ребенком, вместе с коляской новой, старую оставила, там украла деньги, украла все. Конечно, откуда нам знать, кто и из чьей это группы, банды или как это называется. Может, это из той же самой, понимаете? Да, конечно, я разочаровался в людях. Я понял, что люди злые, понял, что надо беречь себя от них. Вот. Йоамзес Лимбарус, Дзекши Лимбару, мы на спичалка, аста интервью, мерите с ворбеши наша, лимбаши наша. Дзекен группе диажитари требует софи ушес чинч уамень, имприуну к администратору, кари с протоколязы, софак протокол как на румынском? Процес вербал, сау протокол? Процес вербал, имприуна к сектористу, к чест персонам, депилды ЕО, Влад Олег Адриана, жут ла персона часа с троя с каламинин касы, пен ланды и апрели, шинела асфия, макар моя савим довец, макар шива савим, ну и шью шашам, довец, да, макар персона астакаря увинита сайбы фрика, энцележецком, фрика, цефака, куева, рэу, энцележецком, я какая проблема. Ши, вот, поэтому вот так. В эта группа помощи, что Кишинев, что Дардам Даром, что другие, в любой группе могут одни и те же люди быть. Поэтому просьба администрации группы, любой группы помощи, которая у нас в Молдове есть, просмотрите, если у вас участники есть вот эти два человека, и посмотрите в друзьях, кто у них есть, удалите, пожалуйста, их из групп помощи, потому что они будут вредить вашему обществу. Я не хотел... Целый месяц не хотел, с 12 февраля это произошло, я не хотел афишировать данную информацию именно масс-медиа, да? Да, да.
не хотел афишировать по телевидению, но приближается время, когда уже нужно и можно афишировать такие вещи. Не все еще я могу афишировать. Есть еще кое-какие дела за ними страшнее, чем это, которое я не могу сейчас сказать. Ну, под язык, кто тратил укрурикари и фак, где-то так и... Но я уже то, что нужно было, сказал. Если вы умные, вы обережете себя. Если вы не умные, вы не обережете. Если администрация моей группы откажется принимать эту публикацию и афишировать у себя на странице, это ее минус будет. Она не обезопасит свою группу и своих участников. И по-любому рано или поздно она столкнется с этой проблемой и с этими же людьми. Лимбарум язык. Да, к администрации дела группа часа. Нас принесли видео часто дела мне. Инсамены. Атунчи, инвитор, участники, как на румынском? Группы. Мембрии групului. Да, тот асесопер, тот пентру денш. Поэтому это необходимо делать и размещать такие публикации. Я вроде бы все. И еще, вы там видите у него номер телефона. У него знаете сколько номеров? Вот только у меня его три номера телефона, которых есть. Он каждые 3 дня, он даже не замечал, что он говорит. Я уже давно обратился в полицию, еще когда... Ой, простите, я не то сказал. Когда он мне приходил каждые 3 дня и говорил, что он нашел, поменял номер. Он поменял номер, и я не мог понять, почему он меняет номер каждые 3 дня. Ну, зачем пентру ши ел три кальтри из или с кем бы номер ли пи. Меня там тревожат ремонт. Вот. Мамира фартиму. Где-то это ее язык. Это всего лишь наводка. Всего лишь это вот. Как говорится, приманка для идиотов, как я, для добродетелей великих. Вот так, мои дорогие. Dar el nu afișează. Acum pe profil nu e niciun număr de telefon afișat. Уже удалил его, да? Наверное. А ну, посмотри, может, там информация пониже есть. Nu, poate dacă ești drug cu el să vede numărul de telefon. Dacă nu ești drug, ab să văd numai două poze și cinci prieteni și atât. Но эти приятели могут быть и не в курсе о его делах, черт, Да, да, поэтому да, sigur. приятнешьте, чинч приятнее. Это фейковый, ты знаешь, сколько у него таких фото, фейковых страниц? Но Да. фишка в том, что я хочу подметить одну вещь. Я забыл сказать сам, Саша, что эти люди пешки. Они подчиняются тому, кто им говорит, что делать. Это точно вам говорю. Они боятся воздуха, не только... Он такой трус, такой пугливый. Это я вам точно говорю. Елашайди трус, кумалимарума спое. И фрикос, да. Не И лаш. фрикос, да. Но он может много беды сделать, потому что он подчиняется кому-то. Елопати сфак и фарти молты не плачей лауамень алцы. Демотив пил с теми дичнева и шипать дук лаворчи преступления. Нцрежицкому. Вот. Остальную информацию, которая у меня есть, я ее приберег для других людей, и уже этой информацией будут пользоваться другие люди. Квалта информация, корям дисплейденши, а тай валта информация, с вами не совокупу денши. Ценим Берегите легатура. себя. Мультимес пентру инкредере, да. Аппарат с пивой. И помните, что вы должны знать, что добро побеждает зло. Бунататя Орькум бируе пещелрел. И помните еще одно, я хочу сказать, что сколько бы сатана не пытался бы людей обманывать, сколько бы он им не обещал, все равно он вас в конце бросит в огонь. Орькум, кэти орь сатана новом еще не пивешь нас возычка звадеша зводей, орькум лаурма звадучицем фок. Он никого не любил, не любит и не будет любить. Ел но юбит, но юбешь, но юбит не жодат пивамин. Поэтому расслабьтесь. И идите служите Богу.